У вас несимметричная картинка. Нет симметрии. Так, бывает, слева у вас плохо. Надо, чтобы было симметрично. А как иначе? У нас все картинки были с очень симметрией. Вот видите, ребят, достаточно было попросить вас самим сделать, и выясняется, что некоторые прослушали самое главное. Все картинки у нас обладали вертикальной осью симметрии. Меня просят нарисовать в ширину аж 31 клетку. Рассказывал историю про Мишу Панову в этих ситуациях. Это себе мой ученик, лечебник, когда уже перестал быть учеником, стал взрослее, как-то раз приходит на малую команду, говорит, вот, у меня есть замечательный сюжет, давайте, вот я только что его узнал, интересный, красивый, пожалуйста, нарисуйте доску размером 30 на 40. Что? Миша, а не слишком? Я же сейчас устану. Нет, вот, вот здесь написано, вот я вот знаю такую замечательную историю, обязательно, пожалуйста, нарисуйте доску 30 на 40. Ну хорошо, почему? Я начинаю рисовать. Рисую. Уже близок к тому, чтобы нарисовать. Миша. Ой! Александр Васильевич, извините. На самом деле тут надо было 3 на 4. Все. Это все. Понимаете? Нет, нарисовал, рассказал. Господа, вот вам 31. После этого меня учат, что надо отступить 8 клеток. И здесь тоже надо отступить 8 клеток. Потом надо было отступить по одной клеточке. Потом еще по одной. И после этого здесь башня вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А здесь 10. А у вас все неправильно. Поняли? Я пишу то, что на вашей картинке. 22-19 это замечательно. 10. Так, теперь 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это 8. Теперь здесь вот у нас 3. И здесь 1. Ну, смотрите. 15 это не 10. Нарисуем, что такое 3 плюс 1. 3 плюс 1. Все умеют рисовать? 1 плюс 3. Это вот так, да? Да. 3 плюс 1 это вот эта картинка. Это безусловно так. Так, дальше. Я ее стираю, потому что она все-таки у нас к делу не относится. Дальше надо четко по нашим правилам нарисовать картинку 15 плюс 8 плюс 3 плюс 1. Я напоминаю, как это делается. Мы раздвигаем диаграмму по вот этой вертикальной прямой, в данном случае. Это значит, я должен нарисовать одну клетку, дальше пропустить место для двух клеток, правильно? И дальше нарисовать тот угол. Согласны? Да. Дальше надо прибавить, вот здесь были 1, 1, 1, 2, надо прибавить, написать 3, 3, 3, а здесь 4. И вот теперь самое понятное. Надо врисовать, чтобы получилось 15 плюс 8. Смотрите, господа, понятно, что вот это врисовывается. Понятно, что вот это врисовывается, но я пока не знаю, на сколько клеточек. И вот дальше важная вещь. Мы должны понять, насколько там будет выступать. На 6 клеток. 15 минус 8 это 7, да еще минус 1 6. Значит, я должен вверх нарисовать в точности 6 клеток. Это легко. Вот так вот вверх нарисовал 6 клеток. Здесь вот у меня 6, 7, 8, 9, 10, 11, а должно быть 15. Значит, сюда сколько еще? 3. Как это? 4. 4. После этого
По симметрии я рисую сюда 4 клетки и проставляю. Здесь везде единицы, а здесь везде картинка симметричная. Здесь 3, здесь 1, 4, 5, 6, 7, 8. Все, все. Вода. У меня это получилось. Какая картинка соответствует всему? Что надо сейчас сделать? Да. Нужно сначала найти, насколько это башня будет выше, то есть на 2. Та, которая самая высокая сейчас, это будет длина, которая вторая по счету. И плюс 2, это будет самая высокая. И внизу сколько будет? Уже посчитали? Сказали, что 22 минус 19 минус 1 это 2. Значит, выступать будет. Сейчас я по правде должен сначала нарисовать вот эту штуку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это я должен по высоте отложить аж 9 штук. Так, интересно, я справлюсь с этим или нет. Так, вроде бы у меня вот так получилось, да? 9. Теперь я должен сюда отложить еще 6 штук. Я должен здесь проставить тройки. Раньше это были единицы, а теперь я должен везде прибавить тройки. После этого идет вот таким вот образом крюк, который у нас соответствует числу 22. Сейчас посмотрим, насколько он будет выступать. Значит, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 и еще 3 клетки. 20, 21, 22. Вот. Вот это будет у нас, господа, первый крюк. Вот это вы должны были сделать. Очень жалко, что вы это не сделали. Теперь надо рисовывать второй крюк. Вот он пошел, второй крюк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, там всего должно быть 19, поэтому по горизонтали я рисую 10 клеточек. Осталось вот здесь вот рисовать такую штуку и написать сюда число 5. Здесь рисовать двойки, ну бывшие двойки, то есть четверки. Четверки. Я перекосила карту. Нет, у вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо, да. Мне нужно четверки нарисуйте. Здесь по горизонтали 6 штук. Сейчас посмотрим. Я запросто мог ошибиться, хотя вроде бы я считал аккуратно. Так, вот эти вот бывшие двойки стали четверками, а бывшая четверка стала шестеркой. Так, ребят, пожалуйста, проверяйте, симметричная картинка или нет. Здесь вот у нас 4 клеточки, здесь 4, здесь 3, здесь 3. Слушайте, да, у меня немножко криво из-за того, что я не мог рисовать клеточки, но по сути все правильно. Все, я одну задачу сделал.